дети крутят, потом мы делаем черепахи, мы делаем улитки. Детей я учу. Берем два дождика. А потом микротерапия. Сенсорные комнаты, игровые залы, физиотерапевтические кабинеты с редчайшим оборудованием, специализированные тренажеры, развивающие и обучающие игры, массаж и высокопрофессиональные педагоги, психологи, врачи. Здесь встают на ноги дети с тяжелыми заболеваниями. Родители обретают надежду и веру. В наш центр могут обратиться дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. В основном это дети, у которых есть нарушение развития речи, нарушение опорно-двигательного аппарата. Обращаются дети с психологическими проблемами, у которых эмоционально-волевые нарушения, работает психолог с ними. И различные заболевания приходят к нам, когда по направлению от лечащего врача мы им оказываем медицинские услуги и какие-то дополнительные педагогические, психологические консультации. И все это не в далеком Китае или Израиле с его высокотехнологичной медициной. Это Заречный, Братская 6, отделение комплексного центра социального обслуживания населения. За казенным названием скрывается настоящая сказка, где искренне преданные своему делу люди дарят детям с тяжелыми недугами радость жизни. Самое значимое для нас, когда мы видим, что ребенок начинает говорить, начинает сидеть, если он не сидел, начинает ходить, если он не ходил. Это для нас, наверное, самое главное. И второй момент – это когда видишь, у родителей горят глаза, когда они видят результаты детей. То есть у них поднимается от настроения до самооценки себя и детей. То есть они видят дальнейшие перспективы их лечения и развития. В отличие от специализированных медицинских клиник, в Зареченском центре дети проходят не только терапевтическую, но и педагогическую и социальную реабилитацию. И самое важное, что для зареченцев комплексная индивидуальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья абсолютно бесплатна. Мы очень часто сталкиваемся с проблемой, что к нам обращаются родители, которые имеют тяжело больных детей, и просят нас оказать им благотворительную помощь, лечение, реабилитация в платных центрах реабилитационных и так далее. В Заречном есть уникальная возможность получить данные услуги совершенно бесплатно. Экспертный совет Фонда поддержки городских инициатив ознакомился с возможностями центра, его оборудованием, результатами работы. Вывод однозначен. Родители, столкнувшиеся с проблемой, просто не знают, что во многих случаях помощь можно получить, не выезжая из города и не отдавая последние деньги на дорогостоящее лечение ребенка. Делаю вывод о том, что то оборудование и те средства, и те услуги социальные, социально-медицинские, которые оказывает центр, они просто уникальны. И использовать их тем детям, которые имеют неизлечимые заболевания, а самое главное, мотивировать родителей на то, чтобы пользовались этими услугами, просто необходимо. Станислав Корякин, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».